Смотр сил и средств для подготовки к паводку проходил рано утром. Ко времени приезда заместителя главы администрации по ЖКХ команды уже были подготовлены и построены. Долгих напутственных речей не было. Юрий Куров объяснил, мероприятие проведено исключительно в целях контроля. Еще раз скажу, на смотре мы выглядим неплохо, но когда касается ситуации действительно чрезвычайной, некоторые службы у нас тормозят в этом отношении. Как будто они не понимают того, что необходимо делать. Поэтому я прошу отнестись в этом году достаточно серьезно к тем, к той обстановке, которая сейчас складывается. Конечно, дай бог, чтобы этот паводок прошел, как и прошлогодний, но готовиться нам к нему надо. Напомним, что смотр сил и средств был объявлен на прошлой неделе, когда заместитель главы администрации по ЖКХ проводил совещание по подготовке к паводку. За это время к смотру было подготовлено 22 единицы техники. Давайте готовимся к смотру сил и средств, которые мы должны будем, которые мы имеем, и каждый год мы это делаем. Значит, место обозначаем это опять стадион «Шахтер». На сегодняшний день уже решены все организационные вопросы, в том числе назначены ответственные за эвакуацию. По итогам смотра было выяснено, что сил и средств на сегодня достаточно, чтобы встретить стихию. Роман Бикулов, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».